Конституция Новой России. Проект. Статья 1. Достоинство человека. Пункт 1. Достоинство человека – это безусловная и абсолютная значимость, уникальность и ценность каждого человека. Пункт 2. Новой Конституции Новой России. Достоинство человека неотделимо от человека, неотчуждаемо и принадлежит каждому человеку от рождения. Пункт 8. Для государства России и всех государственных и муниципальных служб нет ничего ценнее и важнее человеческого достоинства каждого человека, находящегося на территории государства России. Жизни, безопасности, свобод, прав каждого человека, находящегося на территории государства России, кроме лиц, которые, не являясь гражданами России, осуществляют насильственные захватческие военные действия на территории России. Интересов и благосостояния каждого гражданина России. Данное утверждение составляет основу государства России. Пункт 10. В России не должны издаваться законы, умаляющие, попирающие или нарушающие достоинство человека.